Привет, меня зовут Олег Кириллов, я руководитель частной строительной бригады. Мы занимаемся, кроме строительства, еще и кровлями. Это наше основное направление. Опыт работы у нас в строительстве уже больше 10 лет. И сейчас мы находимся на одном из наших объектов. Это город Киров, СНТ «Физприбор». СНТ – это дачные участки, здесь вот дачи. И у нас заказ сделать крышу с полноценным мансардным этажом. То есть, что было сделано? Стоял обычный сруб, и мы наращивали вот такую вот большую конструкцию, делали каркас жесткости, и потом уже стропильная система сверху шла, и все покрыли металлопрофилем. Соответственно, утепление было в три слоя, это 155 миллиметров, и сейчас ребята приступили к монтажу фронтонов. Соответственно, потом будет утепление, но это, наверное, уже в следующем году. Это уже по желанию заказчика. Также моя бригада занимается отделкой деревянных домов. Это шлифовка, покраска, внутренняя отделка, любые плотницкие работы. В моей бригаде больше 10 человек с приличным стажем работы, плотницких работ. И я сам лично все объекты проверяю по завершению, проверяю каждый этап, делаю видео и фотоотчет для заказчика. И я всегда учитываю пожелания заказчика. С каждым заказчиком обязательно заключается письменный договор, и я всегда даю гарантии на свои работы. При заключении договора со мной вы всегда можете рассчитывать на хорошую скидку на приобретение строительных материалов. По всем интересующим вас вопросам вы можете звонить мне, можете писать мне личными сообщениями, также читайте отзывы, и всегда буду рад вам помочь в решении ваших сложных задач в строительстве.